Коллега, приветствую тебя на первом полностью техническом уроке. В этом уроке не будет никакой теории, будет только практика, куда на что нажимать. Хотя без теории, без понимания того, что мы делаем, выйти на результат нельзя. Ну а без практических действий вообще невозможно. В этом уроке я вам расскажу, как размещается рекламный пост о предстоящем мероприятии. Вы на практике увидите, что много времени это не займет. Почему? Потому что техподдержка уже подготовила вам образец этого поста, который можно взять и разместить. У нас есть ресурс, который называется «Вебинарный план». Сейчас он выглядит в виде такой онлайн-таблицы. А ссылка на эту таблицу находится у нас в отдельном уроке, который так и называется «Ссылки на ресурсы, которые вам потребуются тренинга», которую ты сейчас изучаешь. Пройдя по этой ссылке, ты увидишь, когда, кто и на какую тему проводят вебинары. А самое главное, в последнем четвертом столбце ты увидишь ссылку на Яндекс.Диск. Щелкни по этой ссылке, появится всплывающее окошко, также со ссылкой. Повторный однократный щелчок левой клавиши мыши приведет к открытию странички с Яндекс.Диском. На этой странице ты найдешь все необходимое для рекламного поста, текст поста и нужные картинки. Начнем с текста. Выбираю файл с названием «Текст поста», нажимаю на кнопочку «Скачать» вверху страницы. Текст скачивается на твой компьютер. Если ты пользуешься браузером Chrome, как я сейчас, он появится в левом нижнем углу. Открою эту ссылку в другом популярном браузере, это Яндекс браузер, и скачаю в Яндекс браузере. Выберу текст поста, опять же вверху нажимаю «Скачать», и файлик у меня появляется в правом верхнем углу в окне вашего браузера. Для полной картины открою Яндекс Диск в Mozilla. Выберу нужный мне файл, «Скачать». Появится всплывающее окно, выберу «Сохранить» и нажму кнопочку «Ок». Файл опять же у меня скачивается в правом верхнем уголке, прячется вот за изображение такой ссылки вниз, нажав на которую, ты увидишь сам этот файл. Итак, файл разместился на твоем компьютере. По умолчанию он появляется в папке «Загрузка». Если ты не знаешь, где эта папка на твоем компьютере, открыть ее можно очень просто, открыв проводник. Это желтая вот такая папочка. Это стандартная программа, которая есть на любом компьютере. Запустив проводник, вы найдете папку, которая у меня английская версия Windows, называется «Downloads». У вас она будет называться «Загрузки». Открыв эту папку, вы найдете только что скачанный, в моем случае, 3 раза файл текст поста. Вот можно сделать так, но можно сделать еще проще. В окне браузера, в котором вы скачивали, нажать либо на сам файл, либо вот на значок «Показать в папке», либо на сам файл, либо вот «Показать в папке». Опять «Show in folder» – это «Показать в папке». И сразу же найдется и выделится ваш файл. Либо, если вы щелкнете на самом файле, файлик у вас откроется. Откроется он в простейшем текстовом редакторе «Блокнот». Этот редактор есть на любом компьютере, поэтому техподдержка сохраняет файл с текстом поста именно в нем. В открывшемся окошке вам нужно исправить текст поста. Вы можете исправить все. То есть, если у вас есть навык копирайтинга, то есть написания продающих текстов. О том, как писать продающие тексты, у нас есть уроки на нашем YouTube-канале, записанные настоящим профессионалом Юлией Лихачевой. Посмотрите их, пожалуйста. Это абсолютно бесплатно и очень полезно. Но если вы не специалист в написании продающих текстов, ограничьтесь изменением текста поста только заменой ссылок. То есть ссылка может размещаться в посте 1 раз, либо, как в нашем случае, целых 2 раза. Мы берем свою личную ссылку на сайт эфиров, размещаем ее в тексте поста. Я сейчас это сделаю. Вот моя ссылка. Выделяю, вставляю текст. Это можно делать через правую клавишу мышки. Вот так вот вставить. Либо, как сделал я, через комбинацию клавиш Ctrl-V. Есть стандартные комбинации клавиш Ctrl-C
Это скопировать выделенный текст. Вот прижал левую клавишу мыши, выделил фрагмент текста, прижал на клавиатуре Ctrl и нажал на клавишу C. Фрагмент скопировался. Поставил текстовый маркер в том месте, где я хочу, чтобы у меня этот текст появился, и нажал комбинацию клавиш Ctrl-V. Текст появился в нужном вам месте. Либо это можно делать через правую клавишу. Вставить. Текст опять появляется. Я произвел необходимые изменения с текстом поста. Можно начинать его публиковать. Но для того, чтобы пост у нас был зрелищным, необходимо к посту прикрепить картинку. Техподдержка делает несколько вариантов картинок в зависимости от того, где вы публикуете свой пост, какой социальной сети. А социальные сети поддерживают несколько вариантов картинок. Это квадратная картинка, она поддерживается большинством социальных сетей, ну, популярным Инстаграм, то есть в ленте Инстаграм, Фейсбуком, Контактом, в принципе поддерживается и Твиттером. Горизонтальная картинка поддерживается всеми социальными сетями, кроме ленты Инстаграм. Это YouTube, значок для видео, это Одноклассники, вот Одноклассники только с горизонтальными картинками работают на данный момент. И горизонтальную картинку можно разместить и в Фейсбуке, и ВКонтакте. То есть это такой почти универсальный инструмент. Если вы публикуете сторис, вам потребуется вертикальная картинка, либо вертикальное видео, как в данном случае. Сторис поддерживается сейчас, ну, естественно, Инстаграм. Именно из этой социальной сети они получили свою популярность. Фейсбуком, Контактом и, как говорят, даже Одноклассники сейчас тоже используют сторис. Скачиваю ту картинку, которая мне нужна. Я буду размещать ВКонтакте, выберу квадратная картинка и нажму скачать. Произойдет то же самое. Картинка скачается на ваш компьютер. Все подготовительные операции для публикации я сделал. Перехожу в свой контакт на свою страничку, выбираю «Моя страница», ищу раздел «Что у вас нового», в этот раздел копирую уже исправленный текст поста, прижимаю левую клавишу и выделяю, либо нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-A и весь текст у меня выделяется сразу. Можно мышкой прижать и тащить долго трясущимися руками, а можно просто поставить текстовый маркер в любое место вашего документа и нажать Ctrl-A. Дальше правая клавиша мыши, либо комбинация клавиш, как вам удобно, копируем выделенный текст, возвращаюсь в окошко своей социальной сети, щелкаю в раздел «Что нового» и также вставляю скопированный текст через правую клавишу мыши, либо через комбинацию клавиш. Текст разместился в социальной сети. Социальная сеть начинает проверять ошибки. Ошибочные слова она подчеркивает красным. Тут уже ваша грамотность должна включиться, исправлять эту ошибку либо нет. Если вы хотите данный текст сделать более интересным, более приятным, в него можно вставлять эмоции. Поставьте текстовый маркер в то место, где должен появиться значок с эмоцией, и выберите нужную вам эмоцию. Ну, например, вот такой вот пальчик. Пожалуйста, не размещайте никакие значки, не соединяйте текст с самой ссылкой. То есть ссылка должна быть отделена от текста одним либо несколько пробелами. Я еще размещу несколько эмоций, вот таких, и на этом хватит. Обратите внимание на следующее, что так как в тексте поста у нас есть ссылки на наши сайты, социальная сеть подтягивает, как говорят, картинку от этого сайта. Вот она подтянула картинку, которая связана с нашим сайтом трансляции. Вам эту картинку нужно удалить, то есть нажать вот на этот крестик, картинка удалится, и загрузить свою. Для того, чтобы загрузить картинку, в управляющих элементах, а это место, где находится кнопка «Управлять», кнопка «Шестеренка», которая позволяет вам настроить и время публикации, и много чего еще полезного. То есть есть значки с возможностью прикрепить. Нажимаю на значок «Фотография», нажимаю «Загрузить», и в папке «Загрузка» ищу скачанную фотографию, квадратную, нажимаю «Открыть».
Фотография подгружается к вашему посту, и вы уже можете увидеть почти то, что будут видеть посетители вашей странички. Текст поста и подгруженную картину. Для того, чтобы закончить публикацию, требуется просто нажать на клавишу «Опубликовать». Все, рекламный пост опубликован, картинка растянулась на всю ширину ленты. Посмотрите, вот такие квадратные картинки, они, конечно, очень привлекают внимание, и именно их я вам рекомендую использовать во всех поддерживающих их социальные сети. Если вы ведете несколько социальных сетей, ну, как вот в моем случае, я могу этот пост точно так же разместить на Фейсбуке. Переключаюсь на свой Фейсбук и делаю то же самое в разделе «Что у вас нового?». Вставляю хранящийся у меня сейчас в памяти текст поста, удаляю подгрузившуюся картинку от нашего сайта и добавляю свою картинку. Ну, на Фейсбуке значок для добавления картинки выглядит вот так. Нажимаю «Опубликовать». Пользуйтесь Твиттером. Захожу на Твиттер, нажимаю на кнопку «Твитнуть». У Твиттера ограничение по количеству размещаемого текста. Поэтому, если вы ставите весь текст, который мы размещали в других социальных сетях, Twitter выделит красным ту часть, которую он уже разместить не может. Вам необходимо сократить этот текст. Но я сейчас сделаю злостно, удалю практически все, оставлю только название и ссылку, которая переведет людей на наш сайт. Опять же, удалю подгрузившиеся и подключу нужную мне картинку. Twitter иногда квадратные картинки загружает не очень хорошо, обрезает их. Поэтому для Twitter, скорее всего, лучше использовать так же, как для одноклассников, горизонтальную картинку, что я сейчас и сделаю. Я снова вернусь на Яндекс.Диск, выберу горизонтальную картинку и нажму «Скачать». Вот она у меня скачалась. Вернусь на Twitter и подключу уже горизонтальную картинку. Вот она у меня. Нажму «Опубликовать». Все, пост разместился и в Твиттере. Ну и остались у нас одноклассники. Здесь аналогично. Перехожу на свою страницу. Ищу поле, которое в одноклассниках называется «Напишите заметку». Вставляю скопированный текст. Удаляю подгрузившуюся картинку нашего сайта. И в одноклассник очень понятно. Добавить фото. Загрузить с компьютера. Ищу картинку, она должна быть только горизонтальной, и нажимаю «Поделиться». Заметьте, какое количество времени я потратил для размещения рекламного поста. Его не так много было, но я его разместил аж в 4 социальных сетях. Как у нас работает наш размещенный пост? Ну вот посмотрите, ВКонтакте у меня достаточно развитый профиль, люди начинают лайкать ту информацию, которую вы размещаете. Конечно, вы сами должны лайкнуть этот пост в первую очередь. Пост начинает появляться в ленте новостной ваших друзей. Люди видят то, что вы разместили у себя на стене в своей ленте. Вот видите, как это выглядит. Если информация им интересна, то есть если в ваших друзьях именно целевые друзья собраны, они будут читать, и если информация их заинтересовала, переходить по вашей ссылке на наш сайт вебинаров. Что нужно делать для того, чтобы увеличить эффективность от вашего поста? Пост – это пассивный способ рекламы. Если вы хотите, чтобы эта реклама работала эффективно, вам необходимо продвигать или развивать свой профиль. Это можно делать разными способами. Я уже показывал вот сервис, который я использую прямо вот в момент записи роликов для развития своего Инстаграм-аккаунта. Но лучше начать с простых, понятных и полезных для вашего аккаунта действий. Это комментируйте новостную ленту ваших друзей, особенно какие-то тематические посты, в которых вы разбираетесь. Но не пишите какие-то односложные слова «отлично» или там «хорошо», либо какую-то эмоцию вставляйте. Пишите достаточно расширенные комментарии, это вызовет обсуждение. Лайкайте посты. Вот делиться постами чужими я вам не очень рекомендую. Это можно делать только с людьми, страницы которых вы хотите как-то продвинуть.
И, конечно, добавляйте целевых друзей на свою страничку. Если у вас достаточно большое количество друзей в социальных сетях, то ваш пост будет охватывать большую аудиторию, и с большей вероятностью кто-то заинтересуется вашим постом, и кто-то щелкнет на ссылку в вашем посте. О том, как заниматься нетворкингом, будет отдельный урок, пожалуйста, его посмотрите. Это очень важная информация. Если вы хотите получать результаты в социальных сетях, вам это нужно. И есть такой лайфхак, приемчик, который позволяет вам получить несколько раз охват вашей аудитории одним и тем же постом. Разместили пост, подождали сутки или там полутора суток, удалили этот пост, а делается это очень просто. В уголочке поста есть вот такой значок, ВКонтакте он так выглядит, удалить запись, и удалили эту запись. В Одноклассниках крестик просто в уголке, и удалили. В Фейсбуке три точечки, удалить публикацию. И сделали повторную публикацию данного поста. Что значит? Разместили практически тот же самый текст, но здесь я рекомендую вам по максимуму добавить эмоций, либо удалить некоторые слова, заменить их аналогами, то есть изменить текст. И если у нас есть несколько вариантов картинки, а сейчас я практически для всех вебинаров делаю несколько различных картинок для того, чтобы их можно было использовать. Поэтому на следующий день скачайте другую картинку, не ту, которую вы уже раньше размещали. Что этим достигается? Социальная сеть считает, что мы размещаем как бы новый пост. И опять же показывает его в ленте для наших друзей, и происходит то же самое. Вот такие несложные манипуляции вы можете делать в социальных сетях для того, чтобы ваши коллеги знали, что у нас происходит. У нас осталась еще одна популярная социальная сеть – Инстаграм. В нее вы также можете размещать рекламные посты о предстоящих мероприятиях. Как разместить рекламный пост в Инстаграм с компьютера, я об этом запишу отдельный урок. Этот урок будет актуален для тех, для кого телефон все-таки еще не стал частью его руки. На этом первый практический урок закончен. И заданием к этому уроку будет разместить рекламный пост о предстоящем вебинаре на страницах своих социальных сетей. Перейдите в наш вебинарный план, найдите ближайший вебинар и скачайте рекламные материалы. Сейчас рекламные материалы мы также выкладываем в наши чаты. Кому удобнее, можете хватать их и отсюда. Возникнут вопросы, пожалуйста, пишите в техническую поддержку, всегда отвечу.